сегодня мы переезжаем в другой отель. А это на часы где мы? Тут жить будем? Что погода не солнечная. На заключительный завтрак в этом отеле, потому что уже сегодня мы переезжаем в другой отель. Только что дождь пошел, мелкий, но пошел. Походу сейчас дождь будет. И вот мы вкусно поели и пошли в бассейн. Такой неглубокий прям бассейн. Ты что делаешь? А? По ленивой реке катаешься? Да. Сейчас мы будем под мостиком проплывать. Да, мы тут так катаем. Под мостом. Главное, чтобы мост не провалился. Ребята, мы подплываем к концу. Накатались? И вот мы пришли в номер, чтобы собрать вещи, переодеться. Какой номер? Спасибо тебе за все. Забываешь номер. Заряди его на счастье. А часы где мы? Пока. Итак, ну что, ребята, все. Мы уезжаем из нашего отеля, в котором... Из нашего домика, в котором жили на протяжении 3 дней. Вот это вот наш балкон. Там мамин с Велой. Как вам понравилось это вообще? Да, понравилось. Я в тебя. Да? Вот эти вот колосья куча раз в роликах были. Красиво, да? Да. Вау, у нас повезли туда, где мы еще не были. Кстати, может там точки играть. Смотрите. Тут вон, о, там вообще детская площадка есть. Комната, да, а, да, это детский клуб. Детский клуб. Это куда-то где-то ресепшн в другом месте. Смотрите. Вау. Поднимаем. О, смотри, как там красиво. А, так вот эта трава-то. Да, вот где траву, ай. Траву-то где растят, вон. Ага. Все, погнали. Выходим. И вот мы сделали классную фотографию на память и поехали в новый отель. А вон видно этот колесо. Все, мы тут жили будем. Вот Гросс Веннер Хаус, вот. Подъехали? Да. Да. Так, рядышком мы. Это мы вот тут вот жили будем? Да. Итак, ну что, добро пожаловать в наш номер. В общем, сразу же нас встречает мини-бар. Тут вода, чай, кофе, вот это все, что нужно. Также куча шкафчиков, вот тут фен я нашел. Холодильника тут я не вижу. Можно будет дальше.
Дальше сразу же вот у нас есть вот такой шкаф. Тут халат. И вот там какие-то штуки. Тапочки, кстати, там тоже есть. Так. Тюк, кстати. О, да, классно. Так, ладно, сейчас идем. Дальше у нас ванная. А, кстати, идите сюда, я кое-что покажу. Смотрите, как тут все классно управляется. Все с экранчика. То есть вот в ванную можно все выключить. Прикольно. Так, ладно. В общем, тут у нас реальная ванная прям. Раковина. Кстати, вот тут уже есть щеточки, только почему-то две. Хоть нас тут трое живет. В общем, тут все вот как надо, все есть. Потом раковина, душ. Вот так вот. Кстати, еще один халат. Идем дальше. Давайте посмотрим, что у нас в этом шкафу. О, а вот тут у нас уже есть сейф. Пакетики всякие какие-то. О. Тут пляж сходить, видимо. Да. Так, дальше вот сумочки есть. О, вот это вот, наверное, на пляж. Да, вот, смотри, это на пляж ходить. Так, ну так, в общем, там еще что-то есть, потом это все откроем, посмотрим. Куча, в общем, всего тут. Дальше идем сюда. Тут у нас спа, вот всякие вот такие штучки. От микрофона даже мы тут кое-что положили. Телевизор огромный. Так, сейчас я звук немного. Все, дальше колоночки. Колоночка. Потом стол. Знаете, вот это. Сейчас смотри, иди сюда. Давай, садись. Здравствуйте, садитесь. Кредит будете брать? Ладно. Так. Дальше у нас есть вот такая вот кровать. Сейчас будет тест на мягкость. О, вот тут уже прям четверочка из пяти. Прям мягенько, прикольно. Также скоро мне кровать принесут. О, смотрите, тут тоже вот есть... Сколько градусов тут все? Свет весь видно, то есть вот еще что-нибудь можно включить, кондиционер можно включить. Дальше есть вот такое вот кресло. И потом балкон. Идемте сюда. Тут прям очень красивый вид. На Марину. Да. О, Ева, иди сюда. Дай, 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 дай. Ева, привет. Привет. Там Ева живут. Привет. И вот такой вот у нас вид. Также столик с стульчиком. Прикольно. Ой, гоупрошку мы забыли убрать. Гоупрошку мы потерпим забыли. В общем, вот такая перестановка. И вот мы разложили наши вещи в нашем новом номере и пошли кушать. 50 лет назад.
сколько там, 1960 года карта Дубая. С Дубая рамки открывается вид на старый город и на новый город. Все закрывается, идем на выход. Так, Ев, ну рассказывай, ты решила освоить iPad Pro? Сама сразу разобралась, что к чему. Ой, я бы хотел.